Центральный банк Китая запрещает ICO. Как сообщает CoinIdle, Комитет по банковскому регулированию Народного банка Китая объявил, что с 4 сентября в Китае запрещено проводить ICO. Основная причина такого решения заключается в том, что небанковские платежные учреждения не имеют законного права заниматься деятельностью, связанной с выпуском токенов и финансовыми переводами в Китае. А многие токен-сейлы в результате оказываются пирамидами или финансовыми аферами. В заявлении комитета сообщается, что ICO серьезно пошатнули экономический и финансовый порядок в регионе. Более того, организации, которые уже завершили свои ICO, должны будут вернуть средства своим инвесторам. На сегодняшний день комитет подготовил список из 60 бирж, которые подлежат проверке.